Актуализировать работы по разведке добычи металла лития поручил глава Кабмина. Накануне Алихан Смаилов провел в Усть-Каменогорске совещание по вопросам дальнейшего социально-экономического развития Восточно-Казахстанской области. Премьер подчеркнул, развитие экономики области в первую очередь связано с горнодобывающей отраслью. При этом большой потенциал есть также в сферах энергетики, АПК, логистики и туризма. Так, на горно-металлургический комплекс приходится почти 70% всей промышленности региона, а в условиях роста производства электромобилей актуальными становятся разведка и добыча металла лития. Сейчас на государственном балансе региона числится 6 месторождений в Уланском и Шимано-Ихинском районах, а также окраине Усть-Каменогорска. Неразведанных запасов еще больше. Поблизости находятся китайские и другие азиатские рынки, являющиеся одними из его основных потребителей. Для использования данных возможностей акимат должен активно привлекать инвесторов в разработку месторождений, заключил Смаилов.